Слесарь-электрик Валерий Парамонов ремонтирует трамвайные двигатели уже не первый год. Работа трудная и сложная, сходить на переписной участок некогда. Помог мобильный пункт переписи в Северном депо, который организовали по просьбе работников. Прервавшись всего на 15 минут от рабочего процесса, Валерий переписал 9 членов своего домохозяйства. Я считаю своим долгом переписать себя и своих родных. В принципе, это недолго, очень быстро все. В промышленном районе Самары перепись населения на рабочем предприятии проводят уже не первый раз. Ранее мобильная бригада переписчиков занесла в систему информацию о работниках метрополитена и парка Гагарина. Сотрудники Северного трамвайного депо решили не отставать от коллег. Мы предлагаем переписаться тем работникам, которые еще не прошли перепись. Если сотрудник трамвайного троллейбусного управления получил QR-код и к нему еще не пришел переписчик, то он может сейчас обратиться в наш переписной мобильный участок, предоставить свой QR-код. С помощью нашего планшета мы отсканируем, и перепись на его семью будет подтверждена. Всероссийская перепись населения, которая в этом году впервые проходит в электронном виде, продлится до 14 ноября. Никита Колосов, Василий Колдашов, «События».